Быстро и бесплатно. Завтра каждый желающий сможет пройти флюорографию. Передвижной пункт разместится в пятницу около 105-го универсама со стороны бульвара энтузиастов. Квалифицированные медицинские работники будут проводить здесь обследование челнинцев с 15 до 18 часов. Тем, кто хочет проверить легкие, достаточно предъявить паспорт. Кроме того, тут же можно будет получить консультации по вопросам профилактики туберкулеза, а также будет работать тематическая фотовыставка.